там кричал. Да, не смешного, как он качался? Что? Он кричал. Он качался? Может, 10 минут. Я качал. Что он может за 10 минут сделать? Даже пока не сделать теперь. Что? Ну, вот если это... не очень сильно хотеть, не можешь. Так, смотрите следующее. Где мы Алекс? Ага. Теперь смотрите. Да, да. Страховку. Страховку. А что за? Андрей. Нормально. Еще раз. Да, ты, не ну, не ты шума не качал, а не можешь снять. Смотрите еще раз. Надо мне. Было 100 партий, сейчас стоит. Смотрите. Уже сделали. Оп. Смотрите, вообще. Дольше. Да. Теперь. Три. И пошли. И стоит. И стоит. Стоите тряпки. Сделали. Три. Ой, три. Ой. Вы ну сколько можно разговаривать? Ну? Добавить первое число. Денис, иди оттуда. Денис, Шедре, Саша, возьмите мат, поставьте вот два мата сюда. И принесите оттуда два по 10, один 15. Денис. Целой стороной. Хорошо. Матэ? Матэ? Да никто не едет туда. А что я? Значит так, посмотрите внимательно. Фриза. Уну, доль. У меня только один раз не было. Да, переодеваешься, покачаешься. И нет, или я тебе... О, мне шаманочки принес. Посмотрите дальше. Дальше то же самое. Я ухожу сюда, стой. И потом делаю бросок. Посмотрите, как надо падать. За дома, я тут дома. Сын, Что мне? Вот сюда уходи. Раз, два, три. Смотрите, я делаю шаг. Живой, и так. Делаю. Уну шаг, уну, а потом живой. То есть не отсюда, бум, наконец. Все, пошли. Давай. Что? Да. Сюда. Есть, вот. А, все, стоп. Хорошо. Тогда сюда, другой сюда. Миша, если не ставишь, да, не было полотенца здесь. Три, вон. Не было полотенца. И не было трусов. Давай. Капец, потом домой пойти и идем. Саша, ну что, 200 ставим. Стоп, Миша, смотри, чтобы рядом никого не было. Масик, подожди. Подожди. Так, ребята, работаем. Стоп! Стоп! Денис взял, положил, не перебивай. А если он выскочит из рук, упадет на ногу. Положил, потом уделаешь больше. А так ты гусиного. Хорошо. Так. Значит, жены. А другая пилоиди. Первый номер поставил. Раз. И сюда. Оп, я считаю. Он будет третий. Вы теперь ее хотите. Делаешь. Приготовились. Что сидим? Что-то другое, Марк. Денис. Что-то Саша. Что сидишь? Еще есть перекладина, канат,
Эта штука, вот подтягивает, скакалка. А? Максим, больше 10-15 не надо, чтобы голова не разболелась. Да. О! Оружай! Ребятишки! Давай! Три копеечки. Три. Это школа. Баскетбол, а? Номер в горе. Правильно, вообще. Или Баргара. Оно. Правильно, подожди. Что, игры? Что? Дой. Давай, давай. Три. Разогрейся сейчас. Так, сделали? Все. Так, стоп, теперь стойка, лапи чай. Цинь, уну, цинь, двое. Дальше. Что нужно? Уйти. Дальше. Раз, да. Он падает. Пошли первый тренер. Сейчас они сделают, я здесь. Уну! На колено должен встать. Двое! Не спеши вставать, не понимаешь. У нас уже по 300. А там? Где? Там 300. За что? Там 300. Смотри, у тебя плечи, да? Ноги. Ноги 100 раз. Дальше. Вот. Вот. Дой. Дальше. Петру. Петру. Ну, стой. Стой, кого ты тоже. Только вот туда. Цинемену. Так, поверь, Петя, сюда, сели туда. Значит, тебе. Там свободный вес нет. Значит, смотри. Мы должны что сделать? Мы должны приехать здесь, на следующий день бой. У них. Мы приезжаем. Они говорят, приезжайте, что-нибудь не делать. А если я найду? Как в прошлый раз, да? Значит, там сейчас доллар по другой. Значит, у них сейчас стоит 15-20 долларов, это 300-400 лет. Мы должны приехать в пятницу, прожить на 300-400 лет. Потом они борются. Дальше. Вечером маршруток нет, в Кишинев не идут, еще на ночь. Это еще 300 лет, это 600 лет. Стартовый взнос 700, пожрать, это 800 на каждого получается. Для того, чтобы ты боролся, должны поехать в субботу, взвеситься, на следующий день бой, вечером вряд ли. Нет, это точно. Значит, мы должны еще одну ночь. Я же понедельник, только днем, с утра мы будем. Кто будет по... Просто сами, понимаешь, что делать, да? После Нового года, после 2 недели, просила директора через неделю. Директор позвонила, это хороший директор. Через неделю попала. Я тоже сфотографировала, потому что я тоже не хотел. Они забили все места, там где по 50-60. И я не сфотографировала. Он говорит, ты приезжаешь, вот как тогда, да? И вот он скажет, ты здесь или ты здесь? Хотя я это заранее забыл. Ну, естественно. Ну, у нас Валерий. Два и первого мая. Ну, да. Да, по-моему, наши активисты, которые будут учиться. А, где? Хотя мы тут попробуем сделать. Понимаешь? Это не все. Нет.
Это маленькая. А, супер. Сколько
100. Он 56-100. 6, 7. 8. Лотень! Дождь! 70. Лотень! Лотень! Дождь! 3. Боец! 30. Смотри! Дождь! 3. 10. Макс, ты считаешь? Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 90. Вон туда, пожалуйста, вот туда, туда. Так. Стоп. Катерин, забери это. Пожалуйста. Поставь вот, вот сюда. Значит, что, Андрей? Вот. Стоп приседания, как раз сразу делать. Стоп приседания, 40 лет. Сюда, сюда, вот сюда, смотри, вот на это стремя, вот здесь делаешь, да, стоп, посмотрим, стоп, или будете, нет, сколько, 20 раз приседать, сели туда, Макс, ко мне, сюда, значит, Макс, держишь себя за пояс, но не бьешь локтями, в любом случае нельзя. Значит, ваша задача вытолкнуть его на, туда. Смотрите, сюда нельзя. Можно сюда, сюда и сюда. Понятно? Так. Ай, вытолкивай. Давай. Стоп. Нет, ребята, если я сказал, нельзя. Обязательно надо делать. Иди сюда. Мы на них толкаем. Вот так. Давай. Стоп. Сейчас объясню. Посмотри.
Помнишь, я говорил, нельзя делать вот так, например? Если ты бежишь, смотри, сейчас Макс отвернется, я упаду. Смотри, раз, о, и все, и свалился. Еще раз, стой на месте. Не надо делать два шага, один. Смотри, уну, вот его, раз. И не надо сразу сильно толкать. Ну, сильно. Сначала двигай тихо. Почувствуй, знаете, какой большой, раз, раз, а, один. А потом уже. Понятно? Давай. Пачуля. Так, у тебя есть ресурсы. Вот. Ты надо полностью лопат, смотри. Ты можешь? Да. Ваня, что ты сидишь? Иди помогай. Давай, Ваня. Давай. Руслана, помогай. Стоп, стоп. Будьте аккуратны, полностью его потянуть. Стоп, куда? Мы втроем. Ай. Пошли, толкаем. Вот. 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 Куда я? Правильно, что ли? Можно подножку? Ручки, ручки. Ручки впереди. Смотри, хорошо, ушли. Сюда. Алекс. Значит, тебе, как дышать? Во-первых, не смотри. Я тренировался, да, отвечали физкультуры 6 лет. Учили физкультуру, массаж, работа с людьми, которые инфаркт и все. Знаете, как правильно дышать. Значит, если ты устал, тем более ты большой, то не. А наоборот, воздух надо взять. И расслабиться. И через нос воздух выходит. Не бери. Какой этаж? Какой этаж? Дом. Седьмой. Если? Если не работает, то ты уйдешь, как-то месяц, идет выдох. А потом встали. Вот, зашел. Вставай. Так. Готовься. Можно подождать? Никаких, ты что? Решай. Пошли. Стоп, стоп. Пошли. Хорошо. Давай. Еще один. Давай. Стоп. Макс, посмотри на меня. Смотри. Отойди в сторону. Отойди в сторону. А, вот, подожди, Макс. А ну иди сюда. Иди сюда. Петя сюда. Макс, Аич. Значит, вот, Макс. Да. Не надо смотреть, на тренировку опоздаешь. Посмотрите. Ай, да я тебя прошу. Посмотрите, вот вы деретесь. Макс, что нужно делать в моем положении? Нет, надо сотрудничать с Сашей. Смотри, где вы находитесь? Вы сюда, значит, я сюда. Я сюда, а я сюда. Саша, так сидит. Понятно? Так, готовы? Пачем. Пошли, выталкивай. Макс, что я только что сказал? Матвей? Макс, что я только что сказал? Нет, не мы. А что? Я тебе показал, как правильно надо борцу поднять. Заходи за Сашу. Пачем. Давай, 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 давай. Ну, давай, вот так, давай. 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 А ты? Стоп, сюда не сядь. Вы, ушли. Следующий трое. Трое. И еще. Не сразу. Готовы? Пачем. Сложный. Ем. А ты красавцы. У меня сыр бы помешал. Да. А, сыр бы умер. Макс, ты уже сыр. Подожди, вот тебя еще подожди. Следующий два. А не ручка просто будет усилить два. А ты повернешь и смотри. У Руслана рука улетит, у него у Вани больше. Не, больше, все закрывай. А что где могут делать в парке? Увидим, вот лежа, что ходит. Слушай, послушай меня. 6 лет, я знаю, что будет. Они ничего не вернут, им будет неинтересно. Готовы? Пожалуйста, вперед. А маленький нормальный. Мы готовы. Нет.
Так ты не выходи из этого поля. Следующий.